которые считают, что спасение потерять невозможно, и армянами с другой стороны, то есть теми, кто считает, что спасение можно потерять. Это классическая полемика в истории богословия по данному вопросу. Вскоре я предложу по этому поводу несколько мыслей. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. А сейчас давайте посмотрим, какой свет это проливает на историю спасения. Думаю, это перекликается с интересным комментарием задней парты. История спасения — это повествование, в котором мы с вами тоже задействованы. Ключом к нашему участию является вера. Те, кто не вошел в землю обетованную, не вошел в нее по причине неверия. Именно из-за неверия часть Божьего народа не вошла в обещанный Богом покой, в который их должен был ввести Иисус Навин. Однако автор послания к евреям видит глубинный смысл 94-го псалма. Термин, которым он обозначается, «сенсус плениур».